Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.0 бензиновый, 170 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, полный привод, машина 2010 года выпуска. С внешним видом было грустновато, очень значки, шильдики, решетка напрягали, поэтому сначала примерили желтые глаза и красный зад, оптику, но нет, никто не оценил, переделали на черное. Вроде айс, крышу и заднюю крышку, и полосы на капоте тоже в черный винил, хотел было рейлинги исключить. Отговорили, а надо было, по случаю ребят из тюнинг ателье Design Station подогнали решетку, сетка а-ля Bentley и задний спойлер, правда реплика, да ладно, все подогнали. Обклеили, вставили новые ходовые огни, молодчики, благодарность. Да, досмотровскую собаку вместо заднего VW сам додумал, Pitbull Auto, вот вроде дешево и сердито. Свет включи. Аварийку. Глуши. Сейчас ничего не видишь, что ли? Нет. Всегда хотелось избавиться от галогена, тут товарищи Stunning Brothers подвернулись вовремя, и понеслась опять, конечно, без оглядки, на ошибки. Ну да пов. Буду решать проблемы по мере их поступления, благо в этой части продукты уже с обманками, вот и они, пробрает новинка, лампы 3 в одном, вместо штатных поворотников, ход. Огни, более яркий указатель поворота, и при ВКЛ света приглушается в габариты. Подсветка заднего номера LED MTF яркая. Белого свечения. С обманкой. Габаритные огни в переулок, фарах 5W MTF плюс обманка MTF. Для начала диодные эпопеи, по-моему, неплохо, дальше больше. Пришла долгожданная посылочка, под санкции не попала. Замутили два задних ПТФ, был один. Полирнули, затянули полиэтаном. Как новый, даже лучше. Всем доброго времени суток. Давайте, кто угадает, чье наследство. С какой легендой эти ништяки? Как и обещал, двигаемся вперед, так как настоящая гонка не может обойтись без звука рыка, грохота и бурчания, вот и нате. Чуть-чуть нервов, дох денег, доллар, время ожидания, не обошлось и без дополнения и день доработок. Вкратце от себя звук, первое впечатление, а мама Мия, что как. Фуры разбегались в страхе. Но все равно поначалу кайф, первый переезд на 70 километров показал, нет, было принято опытное решение что-то делать. Путем внедрения резонатора гелием гольца проблема решилась, басы подсели, рык стал благородным. Ситуация обязывает пойти по накатанной, добавить белых красок по бортам. Узнав, сколько эти куски пластмассы стоят, да конечно, отдал ремонт. Хотел было обить и пороги прикупить, но нет, сказали, их сняли с производства. В общем, работаем. Тут все в кучу, пластик заварили, авто полностью полирнули, пластик покрасили по причине моего занижения, за зиму передний подкрылок пришел в негодность, меняем.
результат превзошел все ожидания. Гайцы не замечают, толпа не шарахается в салоне в сочетании с шумкой. Как готовили авто перед облачением в бронь? Изначально грели и отдирали старую годовалый, а в некоторых местах и 5-летний винил. Отходил нелегко, в некоторых местах вместе с краской. Крышка багажника была окрашена маленьким пятнышком, оно и отошло, слезло вместе с чернотой. Еще исправлена болезнь ТИГВ облупленной краски ручек, почему-то у меня только с правой стороны. Видимо, пассажиры всякие нерадивые ручки бросают. Сколы на капоте, стойках тоже привели в порядок. Что бронь села отлично, нужно основательно подготовиться. Это очистить все глины, устранить сколы, недочеты лака красочного, полирнуть, обезжирить, и можно приступать. На этой позитивной ноте и многообещающем начале был завершен первый этап. Ситуация обязывает пойти по накатанной, добавить белых красок по бортам. Узнав, сколько эти куски пластмассы стоят, да конечно отдал ремонт. Хотел было обить и пороги прикупить, но нет, сказали, их сняли с производства. В общем, работаем. Тут все в кучу, пластик заварили, авто полностью полирнули, пластик покрасили, по причине моего занижения за зиму передний подкрылок пришел в негодность, меняем. Решетка радиатора отремонтирована, устанавливаем, меняем пленку, черный глянец на карбон. Белое братство, в тюнинг ателье Design Station. Захотелось освежить ТИГУ, а заодно и защитить от зимнего ненастья. Отправился к проверенным временем людям Design Station 33 Profi с многолетним стажем. Все капот заново, все двери, задние крылья, крышка багажника, бампер задний и так далее обвернули в толстую в нее бронь, а всю оптику в полиуретан. Это было не просто неделю с небольшим, так как по мере продвижения прибавлялись задачи, частичное пятно, краска сколов и поврежденные краски, новые проставки колес, резко арк, автобаферы, полировка и т.д. Но обо всем поподробнее и не сразу. Так, с мамой сейчас будет интересно, какой будет результат. Переднее крыло обработано месяц назад или больше крайтексом. Дверь. Обе двери обработаны вилсом Виполс. Тига посвежевший. Снова в строю, а также гремучая смесь. Установкой допов, внезапных препятствий и, конечно, новогодних гуляний. В общем, получилось как получилось, долго, трепетно, качественно и недешево. В
Москва плюс долгих, нудно самоизоляционных месяца, тип-кис в домике. Как говорится, делать было нечего, много было вечеров и дошли руки до самодетлинга. По случаю закрытия мойки в наследство осталось немало Япона, химозы Уилсона, не только полироли, воски, жидкие стекла, спец, шампуни, кондиционер кожи и так далее. Джити Руль. Сразу выражаю благодарность помощникам в приобретении Брау WLF-95M. Молочек все быстро, качественно доставил в лучшем виде. За 5 дней прилетел из Пятигорска во Владимир. Катабоним по салону. В салоне все приелось, примелькалось, поэтому лучшазинг подсмотрел у первого украинского собрата. Вариантов массу: пленка 3D, аквапринт карбон, ламинация углеволокном. Выбрал последнее. Ситуация: подвернулись нужные товарищи из тюнинг ателье Тюнинг Бразерс. Немного терпения, ожидания пару недель, финансы и вуаля. Готово, пользуйтесь, драйвуйтесь. С салоном буду и дальше творить, понравилось. Устанавливаем притомившиеся в запасе запчасти. Один, во-первых, это тормоз кит от Фанатика. Комплект тормозов передних 340/30 TRW от Audi. Сразу ответ, почему не 345, диск он тяжелее на 2,5 кг, у 340 лучше вентиляция и рабочая поверхность, у 340 больше. Плюс суппорт оригинал от TRW, Audi опять 2 штук в сборе, покрашены синей термостойкой краской. Поршень 60 мм плюс диски от TC Merman перфорированные 340/30. Плюс датчик износа, плюс колодки и тейсерамик. Плюс щитки грязевые под 345 диск. Плюс спецшланги армированные. Во-вторых, давняя тема с ошибкой стояночного тормоза, то дело загоравшееся в мокрую погоду, должна решиться заменой правого приговоренного электромотора, взял оригинал. В-третьих, что позаботиться о неподрессорке, так новый кит с 5 потяжелее будет. Достаем ранее заготовленный алюминиевый комплект от Passat, рычаги и кулаки, отчет по результату, взвешиванием, замером в следующем выпуске. Итак, уже каша получается. Давно не решался помыть двигло, много кто пугал и отговаривал, вроде как гемор может произойти. Вооружившись автохимией, вперед к цистому сердцу. Все обработал, промыл, просушил, все гуд, работает, заводится. Чистота, красота. Грязь, пыль, чего там только нет. Давно нужно было решиться, дело-то простое. Приехал ништячок, ждал 3 месяца, каждый раз все разные отговорки присутствовали, я уже думал, кидок. А нет, вот она растяжка ждет установки. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.